Покажи, да? Маш, покажи договоры. Покажи договор. Ну вы послушай, если нам возможности. Я считаю, вы злостный барыга. Это ваше мнение. Дайте, пожалуйста, Я сейчас рекламу вызову. Вот чего начинаешь? Когда я снимал прошлый ролик, я наткнулся вот на такое вот объявление. iPhone XR 64 гигабайта за 28 тысяч. Это было на тот момент, когда еще даже iPhone XS не вышли. Это было 25 сентября. Интересно, а что нам скажет барыга? Ага, вы совету звоните. Цена такая, да. Потому что нужно ждать от 2 до 4-5 недель. Если кто-то хочет ускорить процесс, например, там за неделю получить или за 2 дня, он просто должен привести точно таких же 4 клиентов. Мы сразу же вам оформляем телефон, безусловно. Но... Вот, у нас в офисе, в самом офисе, у нас нету товара. Не, вот вы сказали, я могу iPhone сразу получить. Если 4 друзей приведу. Ну, если они точно так же заключат договора, точно так же так, оплатят ну... деньги, да, безусловно. Так, в этот же день получат. Ну вот, а вы же говорите, у вас нет в офисе телефонов, а как я их получу? Ну, вы смотрите, я вас отправлю в магазин. То есть я пойду в магазин и там куплю телефон? Не будете вы ничего покупать, вы придете с паспортом, у вас уже будет заказ. Ну вот, а если я завтра приду за этим айфоном, так мне же его не дадут там в магазине. Так, смотрите. Ну, вот он же компания... не продается еще. То есть завтра, если я за XS приду, то я его... Если вы завтра придете с 4 друзьями, то вы завтра, конечно, не получите, потому что он еще в продаже только с 28 числа. Да, безусловно, я не спорю с этим. Если вы придете завтра, например, за iPhone X, обычный, не XS, а X, то вы завтра же его и получите. Странная схема получается, да? Платишь деньги, ждешь... Вообще странно, одни барыги предлагают купить первыми новый iPhone, уплатив сотни тысяч за это право, а другие предлагают подождать месяц и купить в разы дешевле. Очень подозрительно. Мы сходим к ним в гости и проверим все это, но перед походом я позвонил в этот бизнес-центр, где и размещается офис барыги. А я по поводу аренды звоню офиса. А у вас можно 424 офис арендовать? А давно как-то там снимал знакомый, говорит, что там удобно как-то, и цена небольшая была. Ну, он занят. А, хорошо. А давно заняли? Вроде недавно же еще было там свободно. Недавно. Ну, месяца еще нету, да? Ну, да, да. Ну, вот таким вот образом я узнал, что барыга заехал туда совсем недавно, и как долго он там пробудет, тоже неизвестно. Они могут просто ведь свалить оттуда в любой момент. В любом случае, нам будут нужны эти 28 тысяч, чтобы заключить там договорчик на iPhone. А где их взять? Так, меня зовут Артур. Евгений. Очень приятно. Смысл такой, что мы даем такую скидку на телефон за счет большого потока клиентов. Угу. То есть, либо у нас люди ждут в общей очереди, это в среднем занимает от 2 до 6 недель в зависимости от товара. Как принцип, знаете, вот как сетевого маркетинга. А, да, ну, сетевой принцип, маркетинг. Ну, получается, да, просто мы почему говорим про общую очередь, потому что многие люди, ну... Говорят, что у них там нет друзей, либо там еще что-то. А вот вы зачем мне камеру в лицо суете, а, молодой человек? Раньше не суем. Ну вот это вот что у вас такое? Где? Ну вот сумочки у вас. Ну я же прекрасно все вижу. Ну камера, да. Я не стою, я в лицо. Хорошо, ладно. Вы скажите, вы зачем пришли так? Поинтересоваться у вас, послушать вас, что как работает. Нам интересно. Я понимаю, вы кто? Покупатели. Покупатели. Ну, ребят, смотрите, я, во-первых, разрешения на съемку не даю. Это место общественное, Артем. А, хорошо, это место общественное. Мы имеем право снимать. Мы покупатели, мы для себя снимаем просто. Никого здесь нету, здесь ничего такого. Не переживайте. Да я просто не хочу, чтобы меня снимали, например. Что-то подозрительное для меня очень. Потому что это все для нас подозрительное. Ну, мало ли все. Может быть подозрительное, но вот вы когда, например, приходите там в тот же самый НЛ или Амвей, или... любую другую организацию. Так. Ну, например. Так. У вас там что-то есть подозрительное?
для кого-то. Но вы же нам ничего пока не рассказали. Вот ну, мы слушаем. Мы, вот, ребята, мы просто даже не знаем, вам... куда мы пришли. А вы на камере быть, я удивляюсь. А я не люблю камеры. Ну убери тогда ее туда, что ты. Так, ну вот, девушка хочет телефон. Что ей надо для этого сделать? Не знаю, что ей надо для начала убрать отсюда камеру. Вот это для начала, что нужно сделать. Камеры уже нет. А вы что-то стесняетесь, чего-то боитесь? Конечно, я стесняюсь. Ну откуда я знаю, кто вы? Вот, ребят. Покупатели? Нет, а вот вы, если с камерой, то вы, пожалуйста, если вы как пресса, если вы хотите... Мы не пресса. Тогда, пожалуйста, документы. Потому что я такую... Артём, такие вещи не покупатели любят. Мы не пресса. Подождите, может вы каждый день там уходите, кого-нибудь снимаете там и так далее? Артём, можно взять ваш договорчик почитать? Нет. Почему? Ну вот я вот уже не готов с вами общаться. Почему? В чем причина-то? Ну причина, еще раз говорю. Ну, какая? Ну в том, что вы пришли ко мне и предупредили меня, что вы меня будете. Так как не предупредили? Мы просто пришли. Мы просто пришли. Мы просто же пришли. Просто пришли. Не, ребят. И так не делается, понимаете? Ну куда вы со стола? Посмотреть, договорчик. Договорчик. Я вам представился. Я вам представил. Дайте посмотреть. Нет. Дайте, пожалуйста, посмотрю. Дайте, пожалуйста, образец посмотрю. Я сейчас охрану вызову. Почему? Да давайте. Дайте почитать договор. А почему так-то? Что причина-то? Вызывайте, давайте. Вызывайте кого хотите. Я уже не понимаю, что причина. Мы вас слышим. Почему? Дайте почитаем договор. Зачем вот видите? Да, вот видите. Снимаю, потому что вы сейчас нам отказываете. Вот опять звонить. Николай, у меня тут, знаете, такая вот ситуация. Ко мне пришли молодые люди. И снимаю. Так, круто. В офис. Николай. Начали меня снимать. Утверждая, что это там, скажите, общественное место, наш офис. Я вот им... Покупатели мои, покупатели. Да, скажите, Николай, пожалуйста, что мне делать в этой ситуации? Значит, начали снимать, так скажем, скрыто это, из сумочки, из маленькой. Ну что делать с нами, с такими покупателями? Как так-то, блин? Совсем, чтобы мы спокойно общаемся, можно договорчик посмотреть? Хорошо, спасибо, Николай. Мы не агрессируем, мы вас не оскорбляем, Артём. В чем причина-то? Дело же не в том, что... А в чем дело-то, Артём? Вы знаете, вот если, вот у меня тоже есть офис, допустим, я с вами нахожусь в работе. Пришли, меня снимают, мне было больше. Я честен перед своими покупателями, я вот снимаете, спрашиваете, я на все отвечу, в чем причина-то, да? Причем здесь, вот, я как честен. Вас зовут, подскажите? Михаил. Ну, так долго думали, как вас зовут, спасибо вам. Просто я, я мысли потерял. Михаил. Того, что я ничего не боюсь. Какая схема-то у вас? Мы впервые после в этой схеме. Как что это работает? Что схема? Схема же у вас. Почему схема? Это схема. Это не схема. А что девушка это? Привозит своих друзей, чтобы купить, допустим, айфон. Друзья привозят своих как друзей. Как это делается? Мы понимаете, мы из деревни, мы дураки, мы не понимаем, как это делается. Нам, пожалуйста, так, объясните. Молодой человек по имени Михаил. Да, я. Спасибо вам еще раз. Как нам быть? Ваши расспросы, я, к сожалению, вынужден уйти. То есть мы пришли, вы договорились со мной встречу, да, все хорошо, приходите, увидели камеру, ой, все, у меня важные дела, я вот это, ну, мне пора я идти, ухожу. Да? Я вот ухожу. Нельзя. А если бы мы вот оказались клиентами без камеры? Хорошо, а я имею право сейчас попросить вас удалиться, закрыть офис, потому что у меня рабочий день закончился. Ого, как! Типичная кидалова, получается. У меня закончился рабочий день. Это значит кидняк. А это кидняк? 16-15. У вас кто-то что-то взял. А что? Почему так боитесь? Боже, вы сейчас боитесь, Артём? Я еще раз вам. Вы чего там боитесь? Такой короткий рабочий день. А время-то всего. Вы сколько время? 16:05. В общем, ну я буду сейчас. Ну а как? Вы смотрите, договорчик не хотите давать. Вы будете послушать, за вас возьмите. Договорчик не хотите давать. Почему так? Ой, ну, я, конечно, спасибо за порчу ламината, за то, что вы бутылку на меня свою потратили, да, и так далее. Да. Пройдемте. Почему не хотите? Причина? То, что мы вас снимаем? Да, конечно. Если вы хотите со мной пообщаться... А вы что-то скрываете? Нет, я ничего не скрываю. Я не хочу разговаривать в таком тоне, еще раз говорю. В каком тоне? Вы меня пришли и меня обманули сразу. Ну вот зачем? А знаете, ну почему? Попортили ламинат. Попортили ламинат? Да что вы говорите? Да. Я испортил ламинат, да вы испортили настроение.
Ну, что поделать, вы мне тоже испортили настроение. Да, чтобы... Вы в чем причина-то? Мы пришли еще раз. Почему вы не хотите договорчик нам дать почитать? Мы даже его не будем забирать, мы просто посмотрим. Мы права не имеем его забирать. Дайте хоть посмотреть. На ваши бланки. В чем суть-то? Это пустой бланк. Я рад. Это пустой бланк договора. Мы как покупатели... На нем образец написано, господи. Если вы были бы покупателями, я бы вам... Так мы и хотим у вас что-то приобрести. Дайте вы нам договор почитать. Почему нет? Дайте, пожалуйста. До того, как мы видели камеру, вы были готовы взять с нас деньги. Вам кто вообще такое сказал? Вы пришли сюда, открыли офис, сказали, да, проходите, вот вам бумажечка. Или что, по-вашему, я дура. Роман, здравствуйте, это вот Артур, 24-го. Можно, пожалуйста, вот мне как-то вызвать охрану? У меня здесь клиенты, я не, вот, пытаюсь закрыть офис, они не хотят выйти отсюда. Да мы хотим выйти. Они не хотят выйти. Мы хотим выйти. Мы хотим выйти. Нас не пускают. Артем говорит, что я вам отказываю в услугах, консультации. Странная ситуация. Странная ситуация. Знаешь, в средневековье была такая казнь, типа садят на такой треугольничек жопой, и человек плавно так насаживается. Для этого здесь стоит? Чтобы плохов насаживать? Возможно. Дайте нам почитать договор. Ну вот видите, как вот вы так вот разговариваете? Я не намерен разговаривать с вами в таком-то... Так у вас отмазка каждую минуту новая. Я же не говорю, Чида, покажи договор, покажи договор. Чида, такого же нет у нас в ерунде. Мы же не возникаем, мы же не ругаемся. Мы пришли узнать. То, в общем, это все очень подозрительно. Очень странно. Я считаю, вы злостный барыга. Это ваше мнение. Я знаю, да. Друг Михаила. Я за вами буду следить. Да, и Михаил тоже. Мы у вас нормально спросили. Вы поняли, что пахнет жареным, вы решили слиться. Вы поняли, что пахнет жареным, вы просто решили спасать свою жизнь. Вы можете делать, что хотите, безусловно. Снимайте, пожалуйста. Мы можем, Артем. Я не хочу. Делаем, что хотим. Ловлю на слой, делаем, что хотим. Дайте тогда бумажку вот эту, дайте мне. Дайте, я сам возьму. Делаю, что хочу. Я могу делать, что хочу. Делаем, что хотим. Давайте. Вы имеете право снимать, безусловно, это ваше право. Смотрите, подождите. Но я уже с вами не хочу разговаривать, потому что вы пришли. Тогда дайте мы почитаем просто. Как бы? Зачем охрана нужна? Хорошо, вы дайте человеку тогда закрыть. Мне нужно что продавать. Проблема? Он даже не продает. Вообще, почему с охраной-то, не понимаю? Ну, потому что у него человек в арендатуру закрыть. Мы здесь тоже за это... А если мы сейчас выйдем за порог офиса? Он закроет офис. Вы не закроете, и все. Ну, ответ это получим, нет? Да, обязательно получите. Понимаете? Да? Когда вы со мной нормально приедете, вы увидите. То есть нормально? Что значит нормально? Я вам все обязательно расскажу. Что значит, без камеры? Без камеры? Я вам лично, вот я даже... Давайте я камеру отдаю молодому человеку, и все, мы с вами пообщаемся. Давайте без проблем. Почему боитесь? Давайте без камеры пообщаемся. Я не знаю. Очень мало. Вы меня слышите вообще, нет? Вы меня слышите, мужчина? Я не буду с вами вообще в таком тоне разговаривать. Вы меня слышите? Я вас слышу прекрасно. Вы почему? Я вас раз 7 уже спросил. И что? Я вам сказал, я не буду с вами в таком тоне разговаривать. Вы сейчас кричите на меня. Я ничего не понимаю, в чем проблема. Мы это покупатели. Его то камеру увидел, испугался, нас выгоняют. Где доверие такая компания? Офис арендуется меньше месяца. Меньше месяца аренда. Ну и что? Это он уже сбегает, за клиента сбегает, боится камеры. Это о чем говорит? Меня начали бомбить скрытую съемку. То, что это кидняк, это прохиндей. Ну, это ваше мнение. Это наше мнение, Артем, о вас. Пожалуйста, я вас как бы, ну... Мне... Вот докопались до мужика, все дай да скажи. Не, ну а че? Да, человек был против съемки, но раз он оказывает услугу, которая будет только в плюсе от огласки, так зачем так камеры-то бояться? Может, тут что-то не так? Он, кстати, по телефону говорил еще совсем другие сроки ожидания, и договорчику нам в итоге так и не дал. А может быть, вся суть-то в договоре этом, а? Договор нам нужен был для того, чтобы проверить его контору с юридической стороны. Вот, посмотрите, как я проверял полгода назад Mindbee. Ну, на примере. Сайт ИНН зарегистрирован на одного человека. Сервис официально зарегистрирован, они платят налоги. Вот их фермы стоят, они даже биткоины майнят, ничего не скрывают. На сайте есть функция просмотра выплат клиентам. Как видите, сервис все исправно выплачивает. Он не стесняется этого показать. И вот, учитывая все приведенные факты, сервис действительно такой, каким он и кажется. Он честно все платит, он все показывает. Ссылочка будет в описании. Вот пример был. Но почему этот дядя тогда путается в показаниях, боится камер и не дает договор?
Есть что скрывать, что ли? В общем, знаете, сейчас после вот этого похода прошла неделя. И знаете что? Я с левых аккаунтов ему пишу, и мои знакомые тоже ему пишут, зрители-подписчики пытаются выйти на него, а он просто игнорит сообщение. А ведь у него же большой поток клиентов, как он говорил. Откуда поток берется? Где он, а? Знаете, вот в следующих выпусках вы увидите, как мы сходили в подобные шарашки, и мы просто охренели от того, что там творится, и что там говорят, какая там жесть, что там на бумагах, вот на вот этих вот договорчиках всех однотипных происходит. Наш юрист Артем Коноплев раскрыл нам всю подноготную, все скрытые камни этого бизнеса, и все заключено вот в этих вот договорчиках, которые этот мужик нам и не давал. Сейчас не 90-е, сейчас кулаками и словами, драками свои проблемы не решаются. Есть только суды и правильные слова в договорчиках, которые могут тебя сделать богаче, либо просто оставить тебя без денег. Так что, ребята, никогда не попадайтесь на уловки мошенников. А не то вот мне стыдно за вас будет. Подписывайтесь на мой инстаграм. Наша группа ВКонтакте будет рада ждать вас. Там будут мемасы про меня и про евреев. Всем пока!